Ребятки, всем привет! Рот, привет! Ну что, мы собрались выездом командным на болото. И знаете, что я встретил кого? Герасимов самделышного. Вот. Привет. Ну нет, не Герасим, Герман. Герман, ну тоже Гера. Да. Вот. Так что пользуйтесь случаем там это самое. В общем, Руслан. Руслана вы у нас еще не видели. В команде он уже давно, но вот как-то вот не доводилось ему поприсутствовать. Все, он там то на охотах, то еще где-то. В общем, ему некогда все. Вот тут он грозит нас напугать каким-то там козлом вкусным, которого мы загрилим. Так что давайте будем наблюдать. Вот у нас пока две машины только приехало. Всего должно быть их 7. Коллектив, в общем-то, будет большой. Смотрите, что из этого получится. Ну а мы, в свою очередь, покажем все. Все, что будет. Ну вот, Север приехал тоже к нам. В заводском исполнении. Здрасте. Здорово. Медвежатником. Так, приехал Димасик. На своем горе. Димасик на горе приехал. Это не привет, горе, Димасик. Это мое маленькое. Да-да, это твое маленькое семейное несчастье будет теперь. Не надо. Все будет. Здорово. Вера. Вот у нас все вроде в сборе. А вот и Владимир. Чуть не проспал. Чуть не проспал. А мы думали, что это опаздывает. Так, Димасик, ты едешь последний. Как самый опытный. А что, это рюкзачок, что ли, Мишкин? Я забыл его прошлый раз. А, ты забыл прошлый раз? Борис Васильевич, это вот бантик вот тебе. Ух ты! Тебе. Ой, ёб настоящих путешественников. Кружка непробивайка. А, и это те самые кружки, которые нам все рекомендовали. И вот Дима, какой молодец. Дима, какой молодец. Мы тебе тоже подарок потом сделаем. И еще, отомстим. А вам мешок с кувалдой. Мешок с кувалдой. Опускай можно не прокатить. А, давай, хочешь, пристегну его? Да, да, он должен быть в безопасности. Так, Дима, ты у нас замыкаешь. Хорошо. А, мы тебе сейчас дадим этот самый прибор, который будет отслеживать замыкание твое. Что ты жив-здоров и все в порядке. Оранжевые шапочки прибыли. Здрасте, здрасте. Салют. Да. Ну как вы? Команда, а мы вас даже не ждали, мы знаем, что вы дорогу найдете. Ну все, мы в сборе, можно ехать. Там говорят, торфа знатные сейчас. Ну как вы тут? Все спокойно. Покажите мне, пожалуйста, где у вас? Ой, у вас стекло лопнуло. Вы сами разбили, а теперь хотите за счет завода починить. И вот здесь, наверное, тоже лопнуло, да? Ай-яй-яй-яй-яй. Какие корыстные владельцы Шерпа. Ясно. Ну, еще 26 часов, еще рано. Хотя вот красочка-то уже отваливается здесь, в этом углу. Уже начинает. Вы уже готовьте его, да, к отправку на завод? Там сейчас, говорят, там отзыв делают. Да, там отзыв делают. Ну, подождите, да, надо посмотреть, какие они там улучшения сделают. Какие-то, наверное, накладки камазовские вот здесь будут. Чтобы видно не было трещин. Не, ну смех смехом, но потому что исправить просчеты кузова можно только заменой и переделкой кузова. А не какими-то накладками и усилителями вот сюда. Наш путь лежит по грунтовке где-то километров 10. Потом выезжаем на болото. Пока особо показывать нечего, если что будет, обязательно вам покажем. Ну что ж, мы съехали дороги и начинается потихоньку торфа. Сколько?
Вроде ли заехали в лес, да. Скоро ли привал? Хо-хо! Завтра! И как вы? Прекрасно. Прекрасно, да? Жаждал поездки в этом году. Здорово, здорово. Да, у нас в этом году первый выезд. К песочке едем, да? К песочке потом сейчас. Потом плывем? Нет. Мы справа песочку объедем, да. Тимасик, ты как? Я норм, я норм. Мандалец. Так, лагерь не разбивать, спиртное не разливать. Ух ты. Куда-то улетело. У вас тут все лежит, это самое, ровным слоем. Все ровным слоем лежит. Видели? А так вот, правильно закрепленный груз, это полдела. Видите, едут. О, так вот как-то. Движутся на карте. Видите? Оп. Оп. Опа. Приближаются. Замыкающая машина. Ну, Димка, ну дает, напугал. Так, Мишаня пошел поснимать всю нашу кавалькаду из 7 машин. А ничего, торф подмерзший. Торф мороженый, так что я думаю, проедем нормально.
Ну вот мы и приехали к первой площадке. Здесь будет привал, перекус. И поедем дальше. Фантомас, ты меня называла. Ну, видали, ребят, котлетки. Лось, кабанчик. Сам добыл. Добытчик. Молодец, да. Я еще слышал, ты еще там медведей добывал. Да. Видали? Они были настолько любезны, что сразу попрыгали к тебе котлетами. Сдался. Сдался лось сразу. И ни один стол не обходится без этой чудо-сумки. У нас он, Димка, оказывается, пирожков напек. Пирожков у нас. Это что, чай у вас такой, да? Я так и понял. Все, мы перекусили и едем дальше. День сегодня коротенький. Ну и вчера был коротенький. И завтра коротенький будет. Поэтому поехали. Не, спору нету. Кадры хорошие, вот два сидят прям. Так, ну что? Все отлично. Все отлично? Это хорошо. Ну как вы там, не ломаетесь? Нормально? Молодцы. Так после жуков гараж мало чего ломается, елки-палки. Чему там ломаться? Там все исправили. Что, получим опыт катания на зверь вездеходе север? Да. На севере, у него свой вездеход север есть. На севере зато вовсю гоняет. А, вот это твой ездит, да? Да. Бабка себе затюнячил жука в гараже, а твой пока еще нет. А мы на его экспериментируем. На твоем уже отточено все, да? Да. Понятно. Ну что, ребята, проехал я на вездеходе минут, наверное, уже 15-20. Впечатление у меня положительное. Машинка едет. Благородные машины. У них спокойно, уверенно. Чем ближе к центру болота идем, тем менее промерзшим. Ну да. А там будет жесткое болото? Ну, здесь бы уже тяжело было ехать. Здесь торг везде. Снега все меньше и меньше, а воды все больше и больше. Все же знают, что клюкву лучше всего собирать где-то в середине января. Так, ребятки, что-то подотстали все. То ли мы быстро едем, то ли они медленно. А? Выйти вон? Попробуй. Главное не потонуть, здесь болото. Ну да. Угу. Бросай. Смотри, если лед провалится, не выйдешь. А, ты на вездеход хочешь? Да, сюда можно? Пробуй, да. Вообще нельзя, конечно, но в инструкции нет этого. Вон едут, видно. Что? Догнали? Хорошо? Ну вот мы и догнали остальных участников. Михаил, ну как вы? Слушай, ну а что, очень хороший аппарат. Едете, да? Да. Молодцы. Не быстро, но зато очень сильно. Ваща! Так, ну я как переходящее знамя. Лужак отвалился. Поеду потом с Володей. Ура! Покажу вам, так сказать, болото. Вид на него вот из этой прекрасной машины. Я как знамя переходящее, как, так сказать, талисман, приносящий удачу. Ну и как учитель.
Ну, до учителя еще где далеко, далеко как до Москвы отседа. Ладно, скромничаешь. Я у вас многому научился и очень этому рад. Ну, поставил мы... кучу разных прибочек, которые прекрасно работают и облегчают путешествие. Так что большое спасибо, я очень рад. Пожалуйста, ну а мы всегда рады поделиться опытом. Опытом, и не только опытом, еще и делом помочь. Так что... Мы забираемся в самые дебри, самые гущи болота, вот уже клюква появляться начинает. Натуральная? Да, январская клюква, нормальная клюква. Вот, смотрите, сколько здесь ее. Кристалл, прям россыпи, россыпи прям. Осталось нам вот озеро Щучье пройти, потом Любовец, и вот здесь станем лагерем. А полезно-то как? Слушай, у нас Герасим Васильевич первого наелся клюквой. Я, говорит, наел, значит, все тоже наелись. И уехал. И летом. Да, и уехал. Ну, а мы как? Последователи? Последуем за ним. И там, где шерп не пройдет, лишь ногами пролезет, ой, не раздавите мне только. Димасик нам подарил подарок с Мишани. Сейчас будем смотреть, что тут. Ну, я, в принципе, знаю, что там. Но елки-палки, ленточками модными перемотано. Ой. Вот она красота-то как выглядит. Подсвет, да, рыженькая. Дима, большое тебе спасибо. Какой же ты мандалец, а? Давай за штурвал, что ли? Давай. Прулю. Тихоники. Так, озеро Щучье. Подъезжаем. Щук я здесь не встречал, но озеро такое есть. Жарко, ребята, жарко. Климат работает. Правда, он у нас пока работает только в ручном режиме. Пока еще испытываем механическую часть. Мы же вам все-таки не производители вездеходов шерп. Сначала на себе испытываем все, а потом вам показываем. Поэтому надо все сначала сделать по уму, а потом уже показать всем. Случилось там у вас такое? Лед провалили. На севере? Да. Ну так выбирайтесь. Так, попал наш товарищ в затруднительную ситуацию. Посмотрим, как он из нее выберется, с помощью или без помощи. Ясно, ты заштрял. Все, сидит? Убирается и все.
Мне дергать нельзя, у меня вездеход это самое, как его, нежный слишком. Димыч, у тебя что? Что говорит система? Система говорит, что надо очень аккуратненько ехать. Ну, потихонечку ехать. Потихонечку. У меня сейчас идея такая, может сойти с пробега, отвезти его на завод, пускай делают. Ну я ж полдороги, считай, проехал. Обратно вернуться? На завод, я думаю, да, отвезти его прям, потому что иначе я в Карелию не попаду с такой. Ну, пока не пришлют, пока поменяют, все может и запасть. А чё, крепление мотора, что ли, это? Ну, пластины, да. Парни, кто-нибудь дернет, нет? Сейчас. Кидай. Точно не оставим, не переживай. Извините. Вот, ребят, кит-комплект, прёшь. Будет выдергивать севера, потому как я его дергать не могу. Вот с таким бампером мне даже зацепиться не за что, некуда. Если бы, конечно, никого не было больше, мы бы зацепились, примотали бы. Но проще вот там, там правильный бампер с правильной пуськой сделанный. Вон, раз, Мишаня одел. Давай потихонечку, не без разгона, без рывка, спокойненько. На первой передаче. А что, бывает, и шерпы вытаскиваем так, и север, и вон он упоролся как. Ну, ребята еще нагружены, они еще и баню везут с дровами. А, все так пойдет. Все нормально. Вот и выехали. Все, лебедка на вездеходе нужна. Ребят, ну Дима поедет на завод, у него какая-то проблема там. С какой-то пластиной у него выгнуло, вырвало ее. И надо аккуратно-аккуратно поехать, чтобы потом успеть с нами в Карелию выехать. Иначе это самое, он просто не успеет. Повезет на завод машину, собственно. Бывает и такое. Ну, север один был бы, выехал бы нами. Помазились, туда выехали. Собственно, у шерпа тоже так не раз присаживались и... Сейчас Димас поедет обратно уже. У него там проблема что-то с этим скреплением двигателя и сразу на завод повезет. Отдавай наши пирожки, торт. Пирожки дели, да? Да. Это говорит тебе. Это говорит снова. Это опять мне, да? Это всегда мне. Слушай, ну ощущение, что биение от крестовины идет. Есть, ну, вибрация, такое ощущение, что где-то от крестовин. Точнее, нет, я знаю, от чего идет вибрация. Ах ты, Димка, Дим. Что меня можно Мишку-сладкоежку подкупить? Мишка, сладкоежка, чтобы ты понимал, вот он. Специальный, это торт доименной на заказ делался. Слушай, да ладно. Мишка, сладкоежка. Да ладно. Вот он, да. Ребята, вот это вот дороже всех денег прям. Вот, честно слово, прям вот. Я прям вот, ну, Димыч, до 5 утра, я говорю, человек со мной, извините, это, коробку менял. Дима, 2 января. 2 января. Ну это вот, знаешь, это дороже всех денег вообще. Вот. Это персональный Мишкин торт. Вот он здесь. Вот Мишка нарисован. Димас, огромное тебе спасибо. Вот. Прям, ну вот Дима, вы. Прямо там были. Там вылитый я. Ребята, это что-то, я не ожидал. Димасик, скажи, обидно, да? Из-за железяки домой ехать. Вот. И нам обидно, Димас, что у тебя не 3 торта было, а 2 всего. Димас, ну мы расстроились. Если тебе станет легче, то мы расстроились. И давай, если где засядешь, знай, клюква здесь есть, чуть подмороженная, она... О, чего? Дня 2 продержишься, там мы поедем обратно уже. Если что, мы тебя найдем. Главное, чтобы ты на треке был. Если что, мы тебя найдем. Да-да! А? Еда-то есть с собой, вот если сломается. Зачем? Клюквы столько на болоте. Какая еда? Шишки, клюква. Лед есть, вода чистая. Здесь везде связь есть, позвонит. Ну, а мы его подбодрим, скажем. Ух, приходи к нам, мясом накормим. Блин, да.
Не, ну это пипец, так поехать и так обломаться. Еду мы его наоборот забрали, чтобы он не застрял где-нибудь, груженный. Налегке пошел, да? Ой, ребят, смеемся. Конечно, обидно так вот сходить с трассы из-за того, что подводит техника. Ну, бывает. Бывает со всеми, бывает у всех машин. Едем дальше, смотрим. Нас-то ждут впереди приключения. Не то, что Димаса. Ему еще на этой трехлапой штуке надо будет добраться до машины теперь. А что-то главное, чтобы он нам не позвонил, ребят. Тоже приключение. Сломался? Сиди тихонечко, жди, когда мы поедем. 2 дня, и мы поедем обратно по Любасу. Спасем, не бросим. О, шарабан зеленый проезжаем. Любовец. Давай вперед! Так, ладно, ребят, никто не хочет ехать. Придется, наверное, мне это делать. Сейчас всю себе алюминьку так выверну. Тут же у меня супер кузов. Колеса. Легче мне от этого не стало. Подарок, которого не ждали. Мы не выходим на лед.
Ладно. Сейчас мы попробуем еще поколдуем. Должен выйти. Даже без ступеньки не могу выйти на лед. Видите, лед притапливаю, а выйти на него не могу. Сантиметров 5. А тут не могу на затопленный лед выйти. А ну могу на нем на лед выйти. Пробуй выходить. У человека опыта 100 часов всего. На лед он, наверное, выходил пару раз. Старайся параллельно подойти обоими колесами к льду. Ну, Проха так пока тоже не может быть. А нет, вышло, вон, видите? Ёлы-палы, а? Ладно, пойду по его следам. Красавчик! Выбрался только за счет того, что подо льдом уже берег. И он выскакивает. Это жопа, я без загрузки еле выбрался на лед. То, что вы сделали, это вездеход, серьезно. По-другому назвать сложно. Против шерсти иду. Вот оно испытание всего лишнего. Может быть на вездеходе прицеплено. Все на.
бывает. Че, 5 моточасов прошло, да? Надо в масляной ванне масло проверить. Класс, да. Инструкция превыше всего. Да-да-да. Раньше с обычной цепью то же самое было, да? Даже реже. Да. Ток, ты достал шестигранник? Да-да-да, вот. Давай. Где шестигранник специальный? Ух ты! Специальный шестигранник. На заводе вам выдали? Да и дождешь. Сами купили. Шестигранный восьмигранник. Вы заметили, как он на лед выходит? Никак. Не пробовали. Я не смог выйти. Мы видели. А это первый раз-то было? Я не смог выйти. А ты что, не ходил ни разу? Нет. Когда льда не было? Ну, как, причем он как, даже... Как в Карелии, не было льда. Мы не выезжали на... Подожди. А нет, мы же были это самое, на озеро мы не выезжали, там лед толстый уже был. А это самое, все первый раз вот выходили. Я тоже удивился, я хотел попробовать, но ладно, чтобы меня никто не ждал, не буду пытаться. Ну, он завтра по светлому попробуешь. Да. Я тоже очень хочу попробовать, потому что это даже не ступенька и не лед вровень, он его проминал, он сантиметров на 10 ниже был, а все равно заехать не может. Ну как там, масло есть? Есть. На полу? Еще пока это как это? А, валенки еще не износились. Валенки еще не протекли. Понятно. Сколько вольт аккумулятор у нее? Тут три вида есть, это средний. У нас побольше есть. Герасим Васильевич, вы можете вот этот не перчить точку даже? Могу, я могу тебе пару не перчить даже. Ага. Так, ребятки, а вот подоспело и... Парни на шерпах чем ездят. Это гравицапа, да? Это у нас котелочек с шурпой. Красиво. Ну, так, чтобы что не готовить, там покушать быстро. Красиво. Горяченько. Шурпы котелочек. Будем греть сейчас. Да. Тарелок что-то мы не брали. Здесь у нас мясцо. Вырезочка. Прям вот вырезано, нарезанное. Я думал, шерповодской кашей еще поварить. Завтра. Начинается, гриль меняется. Больше не надо. Надо. Вот это вот. У нас грили прям комплект. Вот настоящий, шерповод. Костюм Финтерейл. Слушай, грилю костюм гриль. У тебя классный, но вот какать. Какать? Я с утра покакал. Мальчики не какают. Сейчас, говорит, одну. Хорошее мясо, хорошим ножом. Обратите внимание, какое мясо. Вот посмотрите. Да. Хорошее мясо, хорошим ножом, в хорошей компании. На хорошем гриле. Приехал. На не у всех хороших вездеходах. Не буду лукавить. Начинается. Не буду лукавить. Все остальное хорошее. Это и спасает всю ситуацию. Я готов даже не на всем хорошем сюда приезжать, чтобы быть... с вами хорошими. Чтобы всем было хорошо. Это был тост. Да. Да, у нас в видео появилось изображение. Это муляж алкогольных напитков. Главное их не употреблять. А стоять они на столе могут, как украшения. Мы их пластиковые привозим, ставим. Чтобы вы не думали, что мы там какие-то гомосеки. Мы такие же нормальные. Мы иногда материмся, иногда и можем выпить перед сном там что-то. Но... показывать это и восхвалять как-то, я считаю, что это некрасиво. Все-таки наши дети нас смотрят, и это неправильно. Поэтому оно есть, прятать мы его не будем, мы не дети, но употреблять на камеру, извините. О, ребята, какое спальное место-то. Модно, все по углам. Здорово. Ребят, там идет пилеж. Опять у нас дрова заканчиваются в костре метровом. А здесь у нас козленок. Руслан привез козленка из... Откуда ты его привез? Псковская область, Островский район. Вот так вот. И мало того, Руслан вызвался сам взять и приготовить его на угриле. Так что, Руслан, ты не обессудь, но за козла ответишь, если что. Вот это. Аллергия. Народ. Так, ну что, для меня сегодняшний день заканчивается. Буду я отдыхать и готовиться к следующему. Народ зажигает. От меня всем спокойной ночи. До завтра. Всем спасибо за просмотр.
Ставьте лайки, пишите комментарии и обязательно делитесь этим видео с друзьями. Тем же, кто не знает, что происходит, почему наш канал переименовался, почему мы ушли от Шерпа, читайте описание под роликом или первый закрепленный комментарий. Всем всего хорошего. До новых встреч. Пока.